Это называется жестокие игры. Нет, сядь только, как вот ты сидел вперед чуть-чуть. Слышь? Не еще чуть. Во. Ты не сказал под воду, куда ты хочешь пустить. Потом. Посмотрим. А, крестик нажми вот. Ты джойстик не видишь, там написано крестик. Во. Что делать надо? Ща узнаешь. Я скажу. Приготовьтесь. Головой. Лови. Головой поймай квадрат. Вот, лови мяч головой. Понял? Да, вот такая игра. Называется «Жестокие игры». Ну что, как я выиграл? Ну, а далеко дойдешь. А сколько тебе лет, чай Эшман? 37. Видишь, есть еще кайфы в мире. Да. Ну когда еще и мышцы разминаешь, оно тоже полезно. Не только голову.